обзор цен Атака. Вот такие вот кабачки, открытый грунт. Сейчас выбираю несколько штучек на оладушке. Грибы. Полкило 100 рублей. Килограмм 200 с чем-то, но нормальная цена. Яблоки 99. Персики, абрикосы. Виноград. Виноград цены нету. 119 кишмиш. Надо взять. Кисловатый маленько, но без косточки. Так, виноград взяла. 149. А, нет, вру. 119. Так, абрикосы. Шалах какой-то. Жесткий. Мне приглянулся перчик. Перчик. Вот такой. Взять что? Возьму. Так, перчики взяла. Дыня. По 119, но ее уже нету. Апельсины 75. Лимоны 149. Огурчики 99, луковицки мягкие. Экономика 76. Гречки, короткоплодные, средние. Вот эти надо взять. Грибы. Капуста по 21 рублю. Морковка. Мытой нету, только в пакетах. Возьму морковки такую. Свекла. Картошка. Так, вот такие сырочки. Сыр взять, что ли? Сливочные, сливанные, сливочный нож, шоколадный. Не знаю, в общем. Может, какой-то и надо, но... Что у них тут по скидке? Кофе. Нет. Салфетки влажные, ценника нет. Кстати, они хорошие салфетки. Посмотрите ценник. Фарша нету.
Детки наши сегодня голодают. Индюшки 50 рублей. Фарш из грудки. Петелинка. Фарш куриный. 400 грамм. Там подложка должна быть килограммовая. Фарш говяжий. Или я не вижу, или его нет. Нет, нет. Нет. Филе грудки 309, филе мяса птицы 259, кстати, нормальная такая цена-то, 259 без кости, филе без кожи, подложечку одну возьму. Так, это что? Это мясо, набор для шашлыка. Три филе куриное царство. Филе малое 240 рублей. Петруха 600 грамм. А, это получается 800 грамм пачка. 250 рублей. 830 грамм. Понятно. Все понятно. А так у нее цена 312 аж. Так, здесь 321. 363. 341. Голень. Голень мини. Что это такое? 600 грамм. А, без кожи, без всего. 179. Цыплятки по 139. Кстати, наверное, надо взять. Что там одна курочка у меня вчера была. Что это такое? Полуфабрикат, крыло, плечевая часть. 200 рублей. Вообще чокнулись. Так, набор для первых блюд. 114 рублей. Это если бы они еще ели бы. Эти наши коты. Я не знаю, что им брать. Взять по 49 фарш индейки. Они его жрать не будут. Он какой-то сизого цвета. Вообще, фарш куриный, Мираторг 99. Ладно, пойду дальше. В прошлый раз вот этот брала. Вот этот брала, этот кондиционер, вот этот зеленый. Я вам скажу, отвратный. Ужасный. Гель для стирки. Литр 800, 199 рублей. Капсулы дорогущие 700, почти 400. Так, что здесь? Ничего такого интересного. Пойду чай, кофе посмотрю. Чай, кофе. Вот, Танюша. Такие сухарики. Сухарики. Так, здесь.
здесь мне не надо больше ничего. Ух, 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 ух. Вот это алкоголь, боже мой, мохито. Какой цвет красивый. 12 градусов, напиток негазированный, мохито. Лимончелло. Сицилиано. Сицилиано, лимончелло. Ребят, честно, я не знаю, что вот это такое. Я не знаю. Честно, не знаю. Даже не пробовала никогда. А так аппетитно выглядит. Желтенький, зелененький, наверное, такая вкуснятина. Не, ну мохито это понятно, я пила мохито. Коктейль. Это уже готовый как коктейль. В кафе. Вкусный. С лаймом. С мяткой. Назывался мохито. Что тут? Что тут есть? О! Кофе индийский 225 рублей. Ой, мама мне в Пятерочке купила кофе. Самый-самый-самый дешевый зерновой их, который выпускает Пятерочка под маркой. Я, конечно, говорю, мамочка, ты меня, конечно, это... Я не знала, что ты меня настолько сильно идти любишь. Ой, тут в Анарабика это 240. 240. Либо, либо. Жуки, вот этот вот вкусняцкий. Не пахнет? Молотый кофе. Зерна было бы. Арабика 245 рублей. Тоже уже молотый. Что в зернах? В зернах-то нет, что ли? Вот это зерна. Вот этот зерна кофейный напоек. Кстати, вкусный вот этот кофе. Ой-ой-ой-ой-ой, цены, конечно, мама дорогая. Эгоист 370 рублей. Блин, он намного лучше, чем арабика кофейный напоек. Я не знаю, откуда они такие цены берут. Президент. Классик 370. О, огромная пачка. 500 грамм, 479 рублей. Рублей почти кофе. Как это? Говна, но полный, в полном объеме. Яблочко, нектар. Танюшки, что ли, взять? Танюшечки. Апельсинку, ананасик. Апельсин, ананас. Нектар. 50 рублей. Конечно, там никакого нектара нет. Томатный, ананас, яблоко. Короче, вода, сахар и ароматизатор, да? Ладно. Ладно, пойду дальше. Пойдемте дальше. Водичка, квасек. Конфеты я сегодня смотреть не буду. Сегодня... А, БПшки. БПшечки, БПшечки. Что ей взять?
туи взять. Ролтон. Ролтон она любит. Или дошик. Дошик. Дошик или ролтон? Дошик, наверное. Он как-то плотнее, что ли, к исти. Вкус насыщенный. А чей вкус такой? А, куриный. Вот внутри что. Лапша Биг Ланч, дошик, ролтон. Терияки, лапша с говядиной под кисло-сладким соусом. Готовые супы. Суп итальянский с мелкой пастой. Кускус готов. Так, что я сюда притащилась? Мне не надо здесь ничего. А, у меня же для этого, для плова приправа кончилась, да? Барбариску я не кладу. Мускатный орех я не кладу. Для плова 34 рубля трапеза. Что еще у них есть? Да, для картошки кулинарная смесь. Соленая на 1 голимая соль. Зира у меня есть. Для шашлыка, для свинины. Вот это вкусная приправа. Вот это вот. Она 52 рубля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да и вот это вот тоже вкусная. Где она? О, 57 рублей. Да уж, да уж, да уж, да уж. Для плова маги с курицей 44. Мы делаем в основном не с курицей, а со свининкой. Вот это очень вкусный цезарь по-домашнему, кнор. Вкусная приправка, честно вкусная вообще. Но стоит она 82 рубля. Чего там в ней такого, я не знаю. Откуда берутся такие цены? Меня всегда это вот вопрос очень сильно напрягает. Откуда вот они берутся? О, суп гороховый готовый, 144 рубля. Тут даже одному покушать, простите. Вот мужчина придет, возьмет 300 грамм горохового супа. Ну, блин. Ну что? Это ему вот это надо и еще что-то к нему. Вот это. А это вообще, ну, 250 грамм. Ну что это даже? Это 300 рублей обед. Да на 300 рублей я кастрюлю супа сварю. Хоть уешься, семье всей. Хоть уешься всей семье. Ну, это для одиноких, наверное, кто, у кого есть деньги, кто не готовит. Ой, оливочек, хочется, хочется оливок, маслинок. Что-то я давно их не ела. Блин, вода водой. Ну, конечно, но вот эти вкусненькие. Ценник только. Не по зубам нам эти оливочки. Греча 187 рублей 5 штук. Но они вообще обалдели. 99 рублей в светофоре. А даже 87, по-моему. Последний раз Вове брала. Греча. Рис басмати. Рис жасмин. Рис пропаренный. Длиннозерновой. Рис круглый на кашу. Я не люблю плов с этого риса. Я люблю вот такой вот. Наристаль, конечно, она загнула купить за такую цену. Но вот он тоже не особо длиннозерновой. И такого качества-то тоже не очень хорошее. Видно, что они поломанные все.
Не рисинка к рисинке. Мельче, крупнее. Ладно, все равно возьму. Все равно надо взять. А вот он вот. Золотистый 150. Меристаль 186. Вот он. Посмотрим. Националь. Тоже весь разный. Так что смысл. Для плова. Не люблю такой рис. Не люблю такой круглый. Круглый рис не люблю. Ну, на кашу его, конечно, можно. И то лучше продел на кашу, чтобы он быстрее разварился. Рисовый продел. Это вот в пакетиках, вот в этих вот. Кстати, где он? Нету их. А вот, ну, типа такого вот. Вот это вот практически везде продел. Вот этот, потому что он быстро варится. И начинаю разбирать его, он там весь. Ну, кашечка. Так, ну, есть перловка, есть. Фасоль, чечевичка. Что-то дороговато. Чечевица что-то дорогая. Кускус, булгур, трун-тун-тун. А здесь мне надо разрыхлитель. Так, тут только за 11 рублей, за 7. Уже весь разобрали. Пекут люди. Как у меня Танюша раньше пела. Я пеку. А для милой мамочки и испеку два пряничка. Возьму я себе рисовой муки. О, это кукурузной муки. Кушай, мамочка. Вкусные два пряничка. Что-то мне так вспомнилось. Ух, какие красота! Ой, вот это ракушка прикольная. Я люблю такую ракушку фаршировать. На фаршировку. Но я беру вот эти рожки для фаршировки. И трубочки брала. И то, это очень вкусно. А я возьму им... Ракушки возьму. История, связанная с этими ракушками. Дело было в Анапе. Я туда уехала на 2 месяца в детский лагерь. Жемчужина России лагерь. И там оздоровительный лагерь. Маму дезинформировали. Они думали, что... Как ей презентовали? Это был, не помню, 88-й год, по-моему. Конец учебного года. Ей презентовали путевку вот эту, как оздоровительную для ребенка. В общем, я там до месяца доучивалась. Месяц я еще находилась там на отдыхе. Но это был не отдых. И он не лечебный был. Кормили... День и ночь вот этими ракушками. Я не помню других макарон там. Я помню только ракушки, потому что они были на обед и на ужин. Ракушки на протяжении 2 месяцев. Одни голимые ракушки. В общем, это жесть. У нас песенка там по нашему лагерю ходила. Я помню, даже этот год я закончила на такие плохие, прям очень плохие отметки. Там за уши меня вытягивали, и вот что-то во мне поменялось после этого. Песенка
Анапа, Анапа, жемчужина гестапо, солнечный концлагерь, приморская тюрьма. Вот это так и было. Так, йогурт с черной смородиной. Йогурт с абрикосом. Ой, не с черной смородиной, а с черникой. С клубникой, конечно же, уже разобрали. А мне нужна сметанка здесь. Здесь очень вкусненькая сметанка. Вот. И приехала я оттуда. С этого, в кавычках, отдыха. С невритом лицевого нерва. Ребят, сметанка подорожала. 10-15% стоит 69 рублей. А что-то десятки я не вижу. 10% нету их. Так, есть пятнашка. А вот 10%, но она маленькая. Нету десяточки больше. Двадцатка. Двадцатка там. Вот, приехала я, значит, в июле, да, в конце июня я приехала оттуда. Возьму 3 штучки. Кстати, это получается 50 с чем-то, да, 300, 100, 200, 360 грамм. А здесь стаканчик 315 грамм. 4 тогда возьму. Скидка, видать, сегодня. Приехала я оттуда с невритом лицевого нерва. И все остальное время я до школы, до 1 сентября, что Катя делала? Лежала в больнице весь июль. И август случилось. У меня было перекошенное лицо, если кто знает. Неврит лицевого нерва, что это такое. Так вот такой беру творог. Как я показывала уже. Мне нравится, вкусно очень. На выпечку самое то. 6 штучек взяла. И, в общем, да, жемчужина России. Конечно, условия. Мылись мы в бане там за 2 месяца. В душевую нас водили 2 раза всего лишь. В общем, такие детские воспоминания. Очень какие-то неприятные, нехорошие. Поэтому, когда вопрос встает, куда-то ребенка определить в лагерь, я всеми этими лапками говорю «нет». Вот не знаю, взять, не взять, будет, не будет фрукурт. Фрукурт вишни, 44 рубля, большая баночка для завтрака, шикарно. 4 черники, вот клубнику бы она съела бы. Татьянка моя. Татьянка. Вот. Я бы тоже съела, но он сладкий. Я такой не ем. Так, а здесь что? Акция «Чудо». Чудо. Персик, маракуйя и вишня, черешня. Клубника, киви. Ага, клубника, киви 7 цвета, а вишня, черешня. Понятно. Короче, не то, не то. Ладно, все, фарша нет, пошла я на выход. Коты голодные. Коты голодные. Не знаю, взять им какой-нибудь хоть... Чего ценника нет? 80 штук, 59 рублей. А я 130 штук взяла, ладно. Мороженка. По 29 рублей рожки. С заменителем молочного жира. Понятно. Дело ясное, что дело темное. Нету. Что же мне делать? Кому
Что мне взять? Я опять пришла к этому фаршу. Фарш из свинины они жрать не будут. Я перца набрала. Блин. А нафиг мне тогда перцы нужны? Так, нет, ну перцы-то понятно. Перцы-то мы точно нафаршируем. Возьмем свинячий, хрюшачий фарш. И где-то я тут говядину видела. Говяжий 199. Это деревенский. Возьмем тогда вот этот, мне понравился, филейный, он 450 грамм, а здесь 500 грамм, из филе куриной грудки. Так, смешаем, вот это у нас перчики вкусные, нет фарш. Нету. Нету, не вижу. Я думаю, может где-то завалялся. Нет, не завалялся. Усё. Усё. Колбаски я не беру. Какая интересная. Какой-то контадина солями. 216 рублей в нарезке. 4000 рублей килограмм. 340 рублей. Вот мне она даже в рот не влезет. За 4000 колбаса, она по виду какая-то страшная. Нет, ну мясная, конечно, но бастурма. 3500. Мясо индейки. Высушенное какое-то. Свежевяленые. Вот в сушилку положите, индейку нарежьте, этими присыпьте в сушилку на ночь. 3000. Блин, у меня есть сушилка, я сделаю куриные чипсы, вот вяленую сделаю. Покажу, как это просто делается. И вот хочется посмотреть еще какие-нибудь цены. Салями столичная. Столичная сырокопченая 2000 рублей килограмм. Брауншвейгская 2000 рублей килограмм. Это сколько я мяса куплю в духовке, запеку. И как мне будет вкусно и полезно и сытно. Говядина варено-копченая 900 рублей кусочек. Килограмм, наверное. Ой, вот мама моя грудинку любит, а что-то здесь нету грудинок. Она бы так бы... О, грудиночка. Вот грудинку, такое сальцо бы она, наверное, поела бы. Ну-ка я ей взять, что ли? Ага, 666 рублей килограмм. Да пусть они сами едят за 600 рублей. Морковка. С баклажан салат. А, хе из баклажан. То есть это сырые баклажаны. Сырые баклажаны. Окрошка. 570 рублей килограмм. Окрошка овощная. 250 грамм 100 рублей. 439 рублей килограмм. Да вы о чем? Тут продуктов рублей на 40.
Чем больше я хожу по магазину, тем мне страшнее становится. Все, надо мне уходить отсюда. Надо мне отсюда уходить. Тетенька сейчас нагребала, прям так нагребала. Креветка с головой 500 рублей. Креветка северная тоже 500 рублей. Креветки очищенные 300-500. Что такое 300-500? Не понимаю. 439 рублей, что ли. Очищенная. Это вот эти. Перемороженные какие-то 300 грамм в глазури. Кошмар. Очищенные 419 рублей. Вот этот пакетик. Я пошла отсюда. Все. Ушла. Наш красивый парк Победы. Сейчас за листвой там не видно. Танк, еще что-то там, самолет стоит. Красивый парк Победы. Проспект Победы. Театр кукол. А вот в этом здании бывшей швейной фабрики. Атак, Ашан. Не знаю, как он называется. Ладно. Надо ехать домой.